Всем приветики-приветики. Недавно в комментариях меня спросили, у вас есть тоже фаленопсисы? Я ответила да. И говорю, но у меня их не так уж много. Вот на данный момент хочу показать вот такую вот орхидейку. Это Шиллериана. Вот такая вот красивая орхидея. Она растет в симбиозе с папоротником. С первого дня, получается, своего пребывания у меня. Я ее, когда пересадила, сразу же воткнула этот отросток папоротника туда. В итоге, вот они уже 2 года сидят в этом горшке. И это первое ее цветение. Брала я ее размером 2,5. И вот через 2 года, получается, она меня порадовала своим цветением. Папоротник вот пускает свои такие корневища. Вернее, не корневища, а воздушные, наверное, какие-то отводки. Это вот воздушные корешки этой Шиллера. А грунт, посадка. Не, значит, у нас керамзит, мелкая кора. Также, по-моему, я добавляла резанный сфагнум и кусочки кока-чипсов. Полив, друзья, я ее поливаю только после просушки. Она стоит на подоконнике у меня. Вообще, фаленопсисы у меня живут дома. Поливаю я ее только после конкретной просушки. Вот сегодня я взяла ее снять о ней видео. Она легкая-легкая такая. И я ее немножко сразу налила в поддон водички. Вот сверху здесь пролила, и она попила. Буду дальше всю эту водичку хорошенько выпивать вместе с папоротником. Хлопот каких-то она мне ошибка не доставляет. Вполне благодарное растение. Еще хочу показать снова. Уже более такие детальные ее цветочки. Сегодня у нас такой пасмурный день, и не играет она на солнышке. Она очень красиво переливается, когда светит солнце. Такой длиннючий цветонос у нее. Так, и в общей сложности вот у нас, по-моему, 4 цветочка сверху и 3 на ответвление. Вот так вот. Ну, я думаю, что для первого раза, в принципе, этого вполне достаточно. А, кстати, сегодня я ее, когда снимала, учуяла такой легкий, приятный аромат, но не знаю, с чем его ассоциировать пока что, но аромат все-таки она имеет. Вот такая вот красота. За одним же решила еще снять одну орхидейку. Это, кажется, Бьюмонт, Рибамонт. Не знаю, как правильно называется он, но я люблю вот крапчатые орхидеи, и вот он, такой вот красавчик, распустил первый свой цветочек. Очень красивый, тоже весь расписной такой, губа желтенькая, очень красивый. И вот такой у него цветонос, смотрящий вверх, и очень сам по себе длинный, от самого основания орхидеи. Ну, вот эта орхидейка, она сама по себе такая огромная. И, конечно, мне надо будет уже пересадить это весной, потому что это литровые горшочки, места мало, а корней полно. Корней полно. Вот они прям уже начинают вываливать все из горшка. В общем, нужно будет пересаживать все это дело, побольше горшки. Ну и вот, друзья, вот такая небольшая часть с моих фаленопсисов. Вот еще раз цветочек во всей своей красе. Есть еще другие, есть некоторые маленькие, которые не цветут еще. Еще время нужно, чтобы подрасти. Есть вот такие вот, которые кто-то только собирается, а кто-то вот уже цветет. Их я вам показала. Вот такие вот орхидеи у меня, помимо цимбидиумов, живут еще дома, друзья. Всем всего доброго, до новых встреч, пока-пока.